рыбу мы очень любим. И поэтому выпуск сегодня про рыбу. Смотрите. В общем, мы приехали на форелевое хозяйство. Сейчас купим билеты. Здесь есть специальная экскурсия. Это одна из самых крупных территорий, где разводят форель. Здесь есть рыбалка, зоны отдыха и все что угодно. В общем, сейчас будем смотреть. Можно купить просто рыбку. Экскурсия там дальше. Дегустационный зал есть. Я бы в дегустационный зал сходила. В общем, Настя сразу хочет дегустации, пожрать, короче. Вот там вот сюда экскурсия по форелевому заводочку. Пойдемте. Здесь экскурсия проходит каждый час. Вот у нас на 17:20, полчаса надо где-то погулять, пока посмотрим места. В общем, это место когда-то принадлежало грекам. Вообще, я шучу. Масштаб, такое рыболовное хозяйство, такие цены недешевные, такой ассортимент рыбы, икра черная, красная, блядь, зеленая. И посмотрите, все в каком убогом состоянии. Даже ресторан, кафе, дегустационный зал, заходить туда просто противно, кушать там тем более мы вообще не стали. Здесь пикниковый комплекс, каньон, какая красота, смотрите. Здесь можно прийти, снять беседочки. 200 рублей с человека стоит, на весь день можно прийти и вот прям... 200 рублей, да? Да, да. Родион! Он курочкам пошел. Можно поесть рыбку вот здесь. В общем, место классное, мы как-нибудь приедем и снимем тут вот. У нас, в общем, сейчас мало времени все посмотреть, там покушать. Мы хотим на экскурсию в это форелевое хозяйство. В общем, совдеп вперед, там не принимают карты, поэтому пришлось бегать в магазин и снять 500 рублей. Вход там 250 рублей. Короче, все, мы идем на экскурсию, поэтому учитывайте, на Алекса лучше возьмите. Есть чайные плантации, но это рыбные плантации. Сейчас ждем экскурсовода и будем смотреть рыбку. Видите, какая доставка, чудо. Все выцвели. А мы сейчас что, будем по всем вот 80 гектаров ходить? Серьезно? А сколько занимает? Полчаса. А, полчаса? 30 минут. А это вот это вот и все получается, да? А, и еще такое. Здорово. Да. Ага. Супер. А для чего сетка? Чтобы не воровали. О,
Блять, да. Направо. Я даже не додумал. Синяя плавает, смотри, синяя. О, видел? Видел, они кошки. Махачи. Далее, иди махачи. Далее. Здесь голубая форель. Есть. А это маленький, да? Я голубую смотрю, мне прям понравилось, но маленький. Слушайте, чудо место просто. Ух ты, вон таяние как. 30 тысяч штук. Представляете, маленький. Нравится, Артём? В общем, вот эти двух. В том бассейне самая большая, поменьше, и все остальные бассейны, эти, это мальки. Потом их уже переселяют в более крупные бассейны. Да, здесь, конечно, очень интересно, учитывая, что люблю очень сильно форель. Посмотрите, какая красота. Голубая форель, белая, желтая. А также я не успел снять, здесь есть две штуки тигровых, представляете, тигровых. Вот она, я ее поймал, увидел. А, но это не сильно такая, но есть, короче, получше. А мы идем на другую сторону. Целые бассейны. Ой, смотри, вот это вообще смотри, куда. О, мамочка, смотри, какая рыба большая. Смотри, смотри, какой гигант. Дай телефон. Да, нет. Гей, ты куда поплыла? Что не считай. Да, это что? А сколько они видят? А вот они с ними двое. О-о-о-о, смотри, выплывает. Даже есть на языке. Мои красивые, смотрите. Так. Санитарная форель. Ай, какая красота. Это гордость этого завода. Готовится новый бассейн. Наполняется только. Скоро будет свежая рыба здесь плавать. Чем их кормят?
обязательно поставь лайк этому выпуску. Какая сочная здесь рыба. Я не знаю, извините, если вы смотрите это на голодный желудок. Бегите в магазин, покупайте форель, разжигайте костер, готовьте рыбку. До новых встреч.